Ах, какая красивая дама. Прекрасно. Разве не праздник сегодня? Не знаю, может быть и праздник. Сдается мне, у кого-то сегодня день рождения. Интересно, у кого? У одной маленькой девочки. Простите, простите, у прекрасных дам. Ну и сколько же даме стукнуло? А я думал, дамы не любят, когда им напоминают об их возрасте, а? А, ну да, не любят. Не любят? Разве что изредка, когда очень-очень хотят получить подарок. Подарок? Ну, пойдем. Только давай сначала вспомним. Ну, первый. Вспомни, первый кораблик я тебе сделал, когда тебе исполнился год. Ой, эта маленькая яхточка также неуверенно держалась на волнах, как ее хозяйка на своих маленьких ножках. Ты тогда только ходить научилась, но кораблик так тебе понравился, что я решил на следующий год сделать ему дружка, вот этого Марселя одномачтого. И он был такой же юркий и любопытный. Каждый год решил делать по кораблю. Это 3 года, 4, 5, 6... А седьмой... У меня тогда вышел первый молочный зуб, и мы назвали его... Зубастик! Восьмой, девятый, десятый! Восьмой, десятый! И к 10 годам у нас была целая эскадра. Так, 11. Мы сделали из бревна, который штормом прибило к нашему маяку. Вот, пожалуйста. И, наконец, 12... Какой красивый! Ты разрезал мамину косынку? Да? Ты знаешь, она приходила ко мне сегодня ночью, ну, пока ты спала, и сказала. Ты, говорит, сделай из нее алые паруса. Это мой подарок особенный. Спасибо. Это еще не все. Не все? Нет, у нас сегодня гости! Капитану Немо трудно под вас сочинить поэму барышни одной. Он из осьминога цветет чернил, и полет немного строчек сочинит. Я тебе ракушек про зигу привез. Давай! Ах, как здорово, каждый год возьмёт дня рождения. Терпение ждать. Кто тебе 11, кто 12, а потом прокатит. Что сейчас? Вот какая штука. Вот мой момент. Капитан Кука, с вами больше нет. Корабль очень странно, мир несправедлив. Еле капитану даже не стати. Я его посланник, я его вассерос. Барышни гостиниц от него придет. Но у этой драмы есть одна мораль. Далеко от мамы.
забывай. Пап, а почему к нам никогда не приходит настоящий гость? Почему ты никуда не выпускаешь меня одну? Ты стоял, стоял, не от меня. Ты руки не подал. Это потому что люди злые. Пойдем.